Одна из самых частых тем на моих приемах – это личная жизнь. Женщина, к примеру, очень часто заинтересована в возвращении мужа или любимого своего мужчины. Поэтому сегодняшняя тема – это привороты на Руси. Издревле женщины были в целом озабочены такой проблемой, как приворот своего мужа. И первые ритуалы для возвращения неверных или охладевших к своим спутницам мужей совершались еще в Древнем Египте. Я не знаю, известен ли вам этот факт, но Египет по праву можно назвать колыбелью магии. Древние египтянки при помощи заговоров и каких-то заклинаний, которые до нас еще не дошли, молитв и обращений к различным высшим существам пытались осуществить воздействие на предмет своей страсти. Привороты в Древнем Египте использовались вообще повсеместно. Даже сам фараон не обходился без приворотов на победу, богатство и на многое другое. Ну, а у египетских жриц для помощи женщинам в привороте мужа имелся очень внушительный выбор разнообразных магических предметов, таких как амулеты, талисманы и священные фигурки духов и божеств. В Древней Руси тоже известно огромное множество приворотов своего мужа. К примеру, один из наиболее известных рецептов приворотного зелья, которое женщины добавляли в питье своим любимым, содержит в своем составе кровь. Ну, все мы знаем, что до нашего времени это дошло в виде подмешивания менструальной крови в питье и в еду. Еще раньше нежеланные женщины поили своих мужей отваром из особой смеси колдовских трав, в котором прежде омывали свое тело. Белье своих мужей славянки стирали и полоскали только в заговоренной воде. Для приворота мужей ввязывали в шерстяные вещи свои волосы. Да? Это космы, это наша энергия. Как бы привязывая тем самым любимых к себе. До нас дошел и старинный ритуал обнашивания, при котором женщина, выстирав мужское белье, носила его какое-то время на себе, читая при этом различные магические заговоры. И только потом она отдавала уже, да, эти вещи мужчине. Изначально знахарки и колдуньи из деревенских глубин осуществляли приворот по какой-либо вещи мужчине. Позднее с развитием технологий магических появляется и приворот мужа по фотографии. Ну а некоторые современные целители предлагают даже приворот мужа через интернет. С такими вещами нужно быть очень осторожно, а лучше вообще не связываться. Потому что непонятно, кто сидит по ту сторону экрана, это первое. И второе, непонятно о наличии вообще магического потенциала в этом человеке. Некоторые из способов, применяемых нашими предками для приворота мужа, сейчас могут показаться нам забавными. Однако из них ясно одно. Привороты имеют большую, просто огромную историю. И даже совершенствуются с течением нашего времени. В нашей стране есть такие области и такая местность, где люди по сей день практикуют обряды как массовые, так и индивидуальные. Что уж говорить, каждый специалист предлагает такие услуги. Дело это нелегкое и даже опасно. Поэтому, чтобы не навредить любимому и себе, лучше доверять приворот профессионалу. Но я категорически против, поэтому рекомендую вам отказаться вовсе от этой идеи. Честно говоря, она часто спровоцирована обычным неврозом. Да, женщина, которая не может поверить в случившееся. Или отпустить, потому что даже если приходит такая идея, да, то нужно понять, какие-то последствия прежде всего влечет. Также это вызвано чем-то вроде сублимации, когда на самом деле проблема вообще в другом, а человек грешит на мужа или жену. В общем, будьте с этим делом, пожалуйста, поосторожны, потому что всегда приворот несет за собой какие-либо негативные последствия. И платить за это придется либо вам, либо мужу, либо вашему потомству. Здоровьем, деньгами и любыми другими ценностями, которые у вас есть. Тем более абсолютно неизвестно, кто будет вписываться делать вам этот приворот. Несомненно, эти вещи существуют. Но трижды подумайте, прежде чем в это влезать.